Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия. У нее есть голограмма, но она как не сформирована полностью. В процессе, да? Угу. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Ильзы в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Ильзы поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. На месте. Мы приветствуем Ильзы. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса? Она доверит. Это не голограмма, это хамелеон. Он меняет цвета и отражает как от нее. Вытаскиваю хамелеона силам его намерения, кидая в клетку тюрьму. Готово. Цветом хорошо. Как клетка. Хамелеон, я тебя сейчас выключу эту возможность менять цвет. Какой цвет ты хочешь? Нет, не войдет вопрос. Так, чтобы тебя было видно. Становись таким цветом, чтобы тебя видно было. На зеленый стол. Хорошо. Идем дальше. Хорошо. Я даю команду. Мы спрашиваем разрешение Ильзы. Готова ли она к диагностике и чистке? Доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса? Да, у нее очень интересно, и она готова. Я даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ильзы под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ильзы, находит все. Неоспрут, инсектоид и демон. И демон. У него лодка в ногах, он в ней лежит, качается на волнах. Как его у нас демон, посмотри, Вера. Сколько герц? 16. 16 герцовый. Еще есть кто-нибудь? Все. Итак, у нас хамелеон, спрут, инсектоид и 16-герцовый демон с лодкой. Он ее раскачивает, да. Хорошо, демон. Чем объяснить твое присутствие в этом биополе? Ну, никак не вписывается. У тебя есть контракт какой-то? Почему не вписывается? За всеми эмоциями и прячется. Самое ядро. Ядро он показывает. А ты знаешь? Его черное такое подкидывает. И что ж там за ядро такое? Не хочет говорить, потому что она сама себе не хочет признаться в этом. На нее показывают, пусть она расскажет. Ну хорошо, спрашиваем Ильзы. Ильза понимает, о чем речь? Нет, у нее есть моменты, когда ей грустно, она, да, их скрывает внутри. Ну грустно бывает многим людям, но не каждому заходит демон 16-герцовый. Говорит, что она прячет внутри. Хорошо, будем разбираться в процессе работы. У меня вопрос. У тебя есть контракт с ней? Нет, он на лодке раскачивает вот эти внутренние негативные. Это даже не эмоции, это какие-то ее несбыточные мечты, которые она прячет глубоко и закрывает позитивом. Интересно. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Сейчас я хочу еще спросить, кто из вас присутствует в квартире Ильзы? Мы сегодня тоже чистим. Спрут присутствует. Спрут. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Ильзы спроецировать все энергетические и сферические каналы, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Демон, сколько ты находился в этом биополе? 2 года находился. 2 года. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? 5 лет. Хорошо. Спрут, сколько ты находился в этом биополе? 3 месяца. И хамелеон, сколько ты находился в этом биополе? 4 года. 4 года. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Хорошо. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Ильза забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Но если демон не хочет рассказывать нам, я полагаю, его туда не интересует эмоциональный фантом, а также и затемнение или лярвы. Он не будет рассказывать. Он говорит, что она так долго прятала все это внутри. Сама и рассказывает. Это не моя тайна. Я просто это вижу и раскачиваю. Раскачиваюсь на этом. То есть ты что-то нашел там, за что ты зацепился и раскачиваешь это, да? Напоминаю ей, да. Угу. Ну хорошо, оставим так. Готово. Хорошо, начинаем с демона. Демон, выходи, вытаскивай все, что оставил в ее биополе, отключайся полностью, возвращайся назад, докладывая готовность к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он сгорит в этой клетке. Приступай, демон. У него в ногах, это больше качели напоминает, но на виде лодки такой, как
капли. Приделана она к щиколоткам. Ты снял. Хорошо. Инсектоид, выходи. Вытаскивай свой инкубатор, если есть. У тебя есть инкубатор? Есть. Вытаскивай этот инкубатор, отключайся полностью, ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай. Достался, снял. Спрут, выходи, отключайся полностью, ничего не забывай, возвращайся назад, приступай. Он 3 месяца всего, он показывает, как он своими щупальцами чешет, что ли, как сказать, прыгает на голове у нее. Она пытается синхронизироваться, проникнуть поглубже, зацепить. Вовремя его споймали. 3 месяца всего. Волосы пытается плести. Плестись, конечно, да. Готов. Хорошо. Хамелеон, где ты сидел? Сердце. Выходи, вытаскивай свое гнездо оттуда, ничего не забывай. Возвращайся назад. Доклады о готовности к проверке. Приступай. У него как солнечные лучи выходят из сердца разные цвета. Как хотел, так и наполнял цветами. Как это отражалось в ее повседневной жизни, твое наполнение, Камелеон? Настроением отражалось. Настроением. То есть скачки эмоциональные? Ты об этом хотел сказать? Нет, не эмоциональные скачки, а яркое выражение настроений. Понятно. Бурное настроение. Он снялся. Хорошо. Итак, у нас все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Ильзы с хамелеоном, спрутом, инсектоидом и демоном. На счет 3. Пошла рассинхронизация. 1, 2, 3. Заканчивается автоматически. Слушай, этот инсектоид, вот у него какой-то инкубатор, он как золотой, что ли. Его оплодотворял кто-то. Еще один королевский инсектоид. Ну, вот, видимо, и королевский инсектоид, я подладотворяла его. Ах, вот как. Готово. Ну что ж, все убрали. Первый раз буду отпускать всех, кроме спрута. Спрут пойдет в квартиру, уберет все, что он там оставил. И после этого я приду, проверю и отпущу его на его чистоту. Спрут, понял? Понял. Открываю канал в квартиру Ильзы. 1, 2, 3. И спрут уходит в этот портал, собирает все. Закрываю, печатаю, растворяй. Хорошо. Инсектоид, ты больше никогда в это биополе не зайдешь. Тебе это понятно? Понятно. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, демон, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. И ставлю огненную пентаграмму. И хамелеон. Хамелеон, ты больше не придешь. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте хамелеона. Хамелеон забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрываем, печатаем, растворяем. Готово. Клетка пустая, да? Да. Поехали по частотам. Пусть тонкая копия Ильзы вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 720. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Ильзы до числового значения 720 Гц. Пошел подъем. Она наполнилась, крылья раскрыла, свет определенный у нее. Готово. Отлично. Хорошо. Синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ильза, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Хотела сказать прекрасно, но этого недостаточно. Волшебное ощущение энергии ясных, светлых, солнечных, любимых энергий. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. У куратора у ангелов называется «Друзья». И мы сейчас будем делать запрос в энергоинформационном поле. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора, друга Ильзы. У Ильзы понимание происходит, что она летать может. У нее возбуждение такое внутри, хочет полетать. У нас в комнате? Нет, вообще у нас в комнате
Сильно не полетаешь. У нас в комнате не полетаешь, поэтому спросил. На земле она, конечно, может медитацию все это сделать без проблем. Куратор сидит в комнате. Приветствуем куратора. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. И мы просим куратора, друга Ильзы, представиться, как нам к нему обращаться. Это женщина. Как нам к ней обращаться? Приветствую здесь. Приветствую всех ангелов в этой комнате. Приветствуем вас. Обращайтесь ко мне, Лига. Это имя будет понятно. Благодарю вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной Ильзы, убрали все, что ей мешало, и у нее остались 10 вопросов к своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемый куратор Лига, ответить на эти вопросы? Да, я не просто буду любезна, я с радостью отвечу. На первый вопрос мы, в принципе, уже ответили. Откуда взялась моя душа и как выглядит дом моей души? Твоя душа ангельская. Дом твоей души выглядит энергетически наполненный светом на определенных вибрациях, где ангельские души заряжаются, и эти вибрации соответствуют их осознанности. Вы имеете в виду сейчас уровни? Да. Благодарю вас, уважаемая Лига. Вы закончили? Да. Второй вопрос. Пожалуйста, напомните мне, какой опыт я решила испытать на Земле, или дайте мне подсказку. Опыт и задача ангельских душ – нести свет и любовь среди негатива и эмоций. Есть определенные задачи, с которыми ты должна справиться на этой Земле. Вы называете их кармические узлы. Это те места, где в вашей жизни нужно принять кардинальные решения. Здесь все зависит от души в человеческом теле, так как много разных соблазнов на земле. Многие человеки забывают про душу, внутреннее наполнение и развитие. Поэтому главная задача не забывать об этом, не раздавать любовь и счастье без причины, а нести его, бесконечно пополняясь и даря свой свет в виде определенных действий. Ты выбрала правильный путь. Твоя профессия связана с твоими внутренними энергиями. Благодарю. Благодарю вас. Третий вопрос. Каков уровень моего высшего «Я» и как мне его развивать? 13-й уровень высшего «Я». Развивается он очень просто. Душа принимает решение. Человеческое тело живет по душе, советуясь и не идя наперекор душевным ответам, я бы так сказал. Это значит, не обманывай себя и свою душу. И когда ты не хочешь, не говори «да». Делая это, внутренние вибрации меняются, и начинается раздражение из сердечной чакры. Ты тушишь его, уговаривая себя, что ты делаешь правильный выбор. Но для кого он правилен? Может быть, для кого-то, но не для твоей души. Научись альтернативному ответу, если ты не хочешь ранить человека. Этим ответом ты не обидишь свою душу. И баланс будет соблюден. Кажется, меня занесло. А повтори мне, пожалуйста, вопрос. Хорошо. Какой уровень моего высшего «Я» и как мне его развивать? Вы сказали 13-й уровень высшего «Я». Как его развивать, вы объяснили. Я хочу добавить, что уровень души 13, но ангельский уровень 12. Это два разных уровня, так как душа ангела проходит развитие на разных объектах. Душа ангела несет определенную ответственность, поэтому два разных уровня. Общая осознанность на 13 уровне, но ангельский уровень 12. До 13 ангельского уровня нужно набраться другого дополнительного опыта. Любви, доброты, созидания, милосердия. Благодарю. Благодарю вас.
Уважаемая Лига, перехожу к следующему вопросу. Четвертый. Каковы мои основные нынешние мыслительные ограничения или ограничивающие модели, которые мешают моему росту? Внутренний баланс. Это твои самые главные слабые места, вернее места. Научись удалять весь накопленный негатив, страхи, боли, волнения, вину и наполни это место любовью, светом, ангельскими энергиями, и тогда ты прочувствуешь это. Спокойствие наполнит тебя. Все твои решения и творческие способности будут идти из спокойствия, и эти решения принесут уравновешенные вибрации. Благодарю. Благодарю вас. Пятый вопрос. Как вылечить себя от кисты яичника и почему она образовалась? Добавляй к своему излечению излечение тонких тел. Выводи кисту из всех тонких тел, вернее, фантом кисты. Научись это делать и визуализируй больной орган на здоровый. Это клетки, а клетки подчинены твоему разуму. Дай команду своему разуму, что твой орган здоров. Это достигаемо, но вера в это должна быть непоколебимой, а значит, начинать нужно с внутреннего намерения. Только так достигается и излечивается организм. Благодарю. Благодарю вас. Следующий вопрос. Шестой. Какие у меня есть таланты, которые я не ценю или не знаю об их существовании? Могу тебе открыть секрет. Твои таланты развиваются. Твой главный талант. Ты пробуешь все, что тебе нравится. Ты делаешь это с энтузиазмом и радостью. Поэтому твои таланты развиваются, и у тебя все получается. Слушай свое сердце, как ты это делаешь раньше, и пробуй то, что твоя душа хочет. Насыщайся земными благами. Твой творческий канал и потенциал развит и открыт. Продолжай. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Лига. Следующий вопрос. Седьмой. Моя Меркаба полностью функциональна. Как улучшить ее работу? Твоя Меркаба полностью функциональна до тех пор или с тех пор, как ты это точно знаешь внутри. Если ты задаешь такой вопрос, это значит, ты не уверена в своей защите. Меркаба – это универсальная защита и соединение Земли, земных и космических энергий, балансировка их и, я бы сказала, гармонизация с притяжением Земли. Мягкий, комфортный, защищенный треугольник с двух сторон, две пирамиды. В самом твоем вопросе лежит неправильное толкование. Твое намерение активирует Меркабу. Меркаба послушна тебе, она не приходит извне. Она строится на твоем желании, вере и намерении. По-другому защита не работает. Спрашивая меня об этом, да, она функционирует, но не защищает, так как внутри себя ты сомневаешься в этом. Я хочу сказать, что в намерении состоит сила, сила духа, сила воли, сила знаний. И если ее нет, больной орган не станет здоровым, а Меркаба не будет функционировать. Без сильного намерения, желания, веры. Это источник энергии, силы энергий и, конечно же, своих защит. Насколько силен дух, настолько сильно намерение, а значит, активировано и функционируют все защиты, включая Меркабу. Благодарю. Благодарю вас за этот развернутый ответ.
Перехожу к следующему вопросу. 8. Какие основные опыты и уроки я усвоила в своем предыдущем воплощении? Видимо, вопрос по прошлой жизни. На Земле. Давайте остановимся на Земле, потому что космически на других объектах опыт не трудно, наверное, будет перенести на наш язык. Я хочу сказать, что ангельские энергии всегда несут свой свет на Землю. И, соответственно, жизнь у ангелов имеет определенный смысл распространения. Ты даришь, отдаешь. От того, что ты отдаешь, ты получаешь радость и заряжаешься энергией. С этим была связана и твоя прошлая жизнь. Если ангел не чувствует себя счастливым, отдавая, значит, он не чувствует свою душу. Значит, у него пустота внутри. Твоя душа развивалась в прошлой жизни, отдавала, но не могла объяснить. Я бы сказала, была не понята, так как люди привыкли брать. Секунду, я посмотрю, что было, чтобы человеческим языком тебе объяснить мои энергетические послания. Я извиняюсь, если это не последняя жизнь. Пожалуйста. Я открыла 1455 год. Женщина, ты прила разные вещи, одежду, кухонную, принадлежности, коврики, салфетки и разные другие объекты. Эти объекты ты дарила, раздавала. Люди пытались пользоваться и считали тебя ненормальной. Ненормальной в их понимании. Для них была норма брать. Какая-то страна? Я не знаю слова страну. Государство. Слово идет. Или территория. Славянский. Славянский. Хорошо, нам это уже о чем-то говорит. Сарафан и длинная коса, на голове лента. Восточная Европа, скорее всего. Да. Была другая география, поэтому я не смогу назвать точную страну. Средние века, очень жуткие времена, судя по нашей, то, что нам от истории досталось, информация дошла до нас, это были действительно страшные времена. И информация идет, современная Болгария. Болгария. Совпадает все. Замечательно. И люди ее считали ненормальной, потому что она раздаривает и дарит свои все, что своими руками сделала другим, безвозмездно. Этого они не понимали. Она просто следовала своему духовному чувству дарить и делиться с кем-то радостью. Правильно я понимаю? Как я уже сказала, ангельские души рады, когда отдают. Это верно. Если мы здесь закончили, уважаемая Лига, или вы хотели еще дополнить? Прочитай вопрос. Я хочу убедиться, что вопрос был отвечен. Какие основные опыты и уроки я усвоила в своем предыдущем воплощении? Я вернусь к этому воплощению. Основной урок был хранить энергии, сохранять. Люди злы и не всегда понимают. Внутренние энергии, сохраняя, дают тебе определенную защиту. Изучая людей, ты становишься наблюдателем. В своей защите ты можешь читать любого человека, видеть таких же, как ты, того, кто отдает и радуется, видеть злость и жадность. Ты становишься рентгеном, пропуская на рентген человеческую душу перед тобой и человеческую суть. Именно этому ты научилась в том воплощении, о котором я рассказала. Отличное качество. Благодарю вас, уважаемая Лига, за этот развернутый ответ. Можем продолжать? Пожалуйста. 9 вопрос. Какие способности я изучила в предыдущих жизнях и как их активировать? Я уже рассказала про одну из способностей. Их не нужно активировать. Нужно настроиться на свой внутренний стержень и не разбрасывать энергии.
Эти энергии, они сохраняются во всех твоих тонких телах, обволакивая человеческий биоробот. Активируя свой ангельский стержень, ты слышишь и чувствуешь определенные вибрации, свет, любовь внутри себя. Настраиваешься со своим стержнем. В этом состоянии тебе открывается человек больше, ты видишь его шире, ты видишь природу его вопросов и ответов. Подключаешься к своему рентгену, становишься наблюдателем. Благодарю. Благодарю я вас. Последний, 10-й вопрос. Как лучше и понятнее всего с вами общаться? Медитация, телепатия и так далее. Что именно и как развивать? Нужно начинать с малого и идти маленькими шагами. Если ты медитируешь, то медитация должна быть полной и настоящей. То есть должно быть достигнуто состояние бессмыслия. Когда оно достигнуто, ты находишься в определенном состоянии. Здесь тебе открывается другая информация, другие каналы, в том числе телепатические. Задавая короткий вопрос или придя в медитацию с коротким вопросом, ты услышишь мой ответ до того, как твой вопрос будет телепатически задан. Скорость ответа другая, принятие информации другое. Когда вопрос всплывает телепатически, ты получаешь большой скоростью телепатический ответ. И я хочу сказать по вопросам. Вопрос должен быть короткий, на который я смогу ответить «да» или «нет» для начала связи. Если связь будет таким путем установлена и состояние достигнуто, в таком случае мы сможем общаться легко и постоянно знаками или телепатическим ответом. Но он может быть не быть, как ответ «да» или «нет». Но твоя душа будет точно знать, что делать. Слушай свое сердце. Благодарю. Уважаемая Лига, вопросов больше нет. Если вы хотите сейчас активировать ее стержень или обменяться с ней энергиями ангельскими, это, возможно, был бы самый лучший момент. Дай мне твои руки. Стержень активирован, но ангельские энергии любви и света я бы хотела пропустить волной через все твои энергетические центры. Ты почувствуешь это как яркий свет, как волны яркого света, проходящие через тонкие тела. Благодарю. Благодарим и мы вас. Вопросов нет, все мы сделали, остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который сюда приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Лигу, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь, за ответы своей подопечной и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Великолепный подарок. Благодарю Он вас. Он сделан с любовью. И эту любовь я чувствую своим внутренним наполнением энергии, обмена счастья и радости. Благодарю. Как мы и говорили, ангелы получают огромнейшее удовольствие, когда они делают подарки. Это как раз такой маленький пример этому случаю, потому что нам доставляет еще большее удовольствие дарить подарки. Благодарю вас, уважаемая Лига. Передавайте на этом месте привет ангельскому миру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны, мы готовы убрать все преграды, все, что им мешает на пути развития, открыть эти двери, в которые они дальше уже пойдут сами. Великолепно. Я оставляю вас с любовью и радостью. Благодарим и посылаем нашу искреннюю энергию любви и благодарности с нашей стороны вам. До скорых встреч. Я говорю тоже. До скорых встреч. Всего вам наилучшего.
И рассинхронизируйся, Верочка. Готов. Хорошо. Ильза, мы закончили встречу с вашим куратором Лигой. Вы получили все ответы на свои вопросы? До этого я излучала свет, а сейчас я просто сияю во все стороны. Замечательно. Ну, вот так вот. Значит, у вас сегодня новый день рождения. Хорошо. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ильзы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.